Привет, очередная посылка из Китая. Вскрываем. Вот так было запаковано, вот такой вот, кстати, бэушной уже пленкой упаковывают наши китайские друзья. Сейчас что тут внутри достаем? Это чернила для принтера. Черные чернила для принтера. Пол-литра. Стоимость там около 500-600 рублей. Сейчас я что-нибудь напечатаю и вам покажу, как это работает. Ух ты, друзья, они даже положили вот такой вот шприц. Ну что, открываем и смотрим. Понятно. Запечатано. Так, ну сейчас. Открыл, напечатал, отлично печатает. Обычная краска черная. Вот таким вот образом распечатал принтер. Принтер у меня, кстати, к слову, делал вот такой вот Canon MP180, по-моему, он. Кому интересно, ссылка на товар, на эти чернила, я оставлю в описании. Заказывайте. Вы в своем городе такую банку купите, наверное, за штуку, за полторы. На AliExpress все это можно сделать за 600-700 рублей. Всем спасибо, всем пока.